Всем привет, дорогие друзья! С вами Юра, канал Y1237 так. И я вместе с вами продолжаю проходить замечательную игру Assassin's Creed 2. И вот мы с вами в Венеции спасли в прошлой серии Розу. И теперь давайте зайдем, посмотрим, что у нас за следующее задание. Аванти! Эцио! Прего, что тебе предложить? Печенье? Кофе? Кофе? Интересный напиток. Варить его меня научил один турок. Вот, попробуй. Немного горьковат. Чего-то не хватает. Даже не знаю, ты не пробовал добавить в него сахар или молоко? Думаю, к этому вкусу просто надо привыкнуть. Довольно об этом. На чем мы остановились? Провал во дворце обошелся нам очень дорого. Нам нужно время, чтобы оправиться. Эмилио, конечно, воспользуется передышкой и продолжит угнетать горожан. У нас разные побуждения, но цель у нас общая. Может, предпримешь еще одну попытку? Спешка приведет лишь к новым потерям. Нет, мы должны как следует подготовиться. Я не могу сидеть на месте и ждать. Это и не требуется. Лучше помоги нам. Мои люди занимаются насущными делами. Найди их, они дадут тебе работу. Чем скорее ты поможешь им, тем раньше мы нанесем удар. Молто бене, месере. Я согласен. Это верное решение. Ну что ж, будем искать его людей. Роза. Привет, Роза. Ты быстро поправляешься? Как тебе Венеция? Симпатичный город, но как вы терпите такую вонь? Ужасно. Так, что привело тебя ко мне? Я надеялся, что ты мне поможешь. Помогу в чем? Я хочу научиться лазать, как ты. О, это можно. Франко научит лучше, чем я. Франко, живо сюда! Покажи Эцио, как забраться на эти леса. Сначала надо повиснуть. Перепрыгни на уступ вверху. Схватись за него рукой и подтянись. Так, понятно? Кажется, да. Сейчас проверим. Попробуй сам. Ну, давайте попробуем. Прыгай, Эцио! В верхней точке хватайся за уступ! Ну как? Получилось? Можно и лучше. Ах, ты ранила меня в самое сердце. Ладно, хвастун. Теперь испытаем тебя. Я весь внимание. Встретимся у входа во Фрари! Ну ладно, встретимся. Так, одета. Ну, это что? Бежим отсюда. Хотя было задание рядом, побежим. Не для девушки. Слезай немедленно, Экколо! Я тебе помогу слезть. Ну, я трогаю тебя. Слезай, или я буду стрелять! Так что там, говорю, слезать? Сдохни уже! Сдохни уже! О, твой... Куда этот черт? Ложись! Скоро! Не бойся! Мы его поймаем! Вот! Ловит, что ли? Что тут делает? Следы его поймаем! Ооо!
наша Роза. И что там? Лазать по лесам ты уже научился. Теперь проверим под открытым небом. Значит, залезь на ту башню. Торна фрау Натима. Вот именно, я видел. Да, че именно? Бог другого здания и перепрыгнул на следующее. Так, в принципе, вот сюда, вот сюда. Пока месть получается. Синхронизация. И прыжок вниз. Но? Похоже, ты научился всему, что я знаю. Я расскажу об этом Антонио. Займись другими делами. Мы почти у цели. Тут ближе находится. Вот в мастерской Леонардо. Ну, в принципе, 40 метров. Не далее, как в прошлом месяце, Виконт купил у меня 300 сабель для кавалерии. Бен Травато, Уго. В чем дело? Вам с Розой удалось бежать, но остальным повезло меньше. Эмилио схватил их, и теперь они ждут казни. Ты знаешь, где их держат? Они все еще в этом квартале, но это все, что мне известно. Найди их. Я мигом приведу сюда твоих братьев. Можно бедным заключенным? Ну, понял, что... Подходи, я ведь один. Добрый, он тоже контрата. Рынки принадлежат народу. Эмилио нужно не единство. Единоличная власть. Вы ответите за свои преступления. Уже ответил, да. Ходи. Сегуэми. О, меня прям разыскивают. Теперь нет. Прям чувствую голос у меня, ребят, прям. Дайте на него, он свернет себе шею.
Он там! Он убегает! А куда я тебя убегу? Я весь твой в твоих объятиях был. И тебе тут до кого? Блядь, отец, ты молодец, молодец. Ой, блядь, они еще пока не бегут. Так, от моих дружков привел. Ждем их. Идем. Ночная Венеция такая неплохая. Так, блин, это что, ты застрял, что ли? Послушай, как они визжат. Неудивительно, что их хозяин прячется. Где Эмилио? Разобраться бы с этим отребьем. Я забрались за меня сразу. Готово! Открой! Чего ты ждешь? Вперед, братья! Помните, чему вас учили! Да, блин. Опа. Фати сот. Аванти, мистая Наянда. Да, дай мне свой... Морто! А не бар, да? Вперед, что делать? Не волнуйся! Vogliamo aprire le danze. Проклята сука, которая родила тебе. Ох ты сволочь. Я тебя и руками бить. Покончим с этим. Ну давай. Сдохни. Что? Это бой! Попробуй драться по-настоящему! Морто! Походу он портает. Ни за что не попадешь! Кацу. Торопись! Да. У меня встреча с подружкой! Вот вообще нет. Безоружный чисто. Ко мне. Так, собачку, ко мне. Я не вижу его. Как же ты меня не видишь? Сам, сам! Следуй за мной. Да, это... да? Бегай тут как будто. Андиамо. Так, осталась последняя группа, да? Да, до хера на них бежать, что мне так спешно. Ну что, добежим. Да-да-да!
тут делал? Эколо, взять ее! Опять по крышам гуляю, вот что я делаю. А что я тут делаю? Тебя забыл спросить. Так, картина, нам прыгать не надо. Наша жертва, да? Нет! Вот и все. А кто следующий? Эй, алло, я тут. Не отставай. Так, по лестнице набираемся. Остановите его! Надо остановить. Идем. А что он тут находится, пока тебе нет? Блять, он упал и схватил. Метательный нож. Неплохо, это неплохо. Не, ребят. Так, сюда. Я поражен. Не думал, что ты так быстро добьешься успеха. Я постарался. Я сообщу об этом Антонио. Зайди позже. Для тебя есть еще одно задание. Какое задание? Приходи на пристань, я все расскажу. Молто бене. Вот эти подготовки задания. Это просто идешь, помогаешь. Пристань. Фига нам сюда пилить. Ну сюда пилить. Надо вот сюда. Пойдем-ка. Опа, в сундуке 33 тысячи. Заманчиво, но как пока это... Монтри Джонни не отправимся. Надо помочь людям Антону. Убирайся отсюда, столб! Что ты здесь делаешь? Я уже у пристав. Там что, наши уголочки лежат? Что за вот так неплохо. Вот как ты это не зацепилось, надо полбить-то. Ладно, пойдем с мокрыми штанишками. Освободив моих братьев, ты не просто сделал доброе дело, Эдсо. В будущем они тебе помогут. Если попросишь их, они пойдут за тобой. И когда у меня будет своя шайка... Отправь ее к стражникам. Твои люди поднимут шум. И путь для меня будет открыт. Именно. Мне не придется пачкать свой клинок. Это хорошо. Именно. Теперь я расскажу тебе, что делать. План Антонио полагается на обман. Мы должны сыграть роль лучников, но для этого нам нужны их доспехи.
Партия таких доспехов погружена в сундуки и ждет отправки в Сета. Захвати сундуки и отбери доспехи. Когда закончишь, тебе надо будет достать лодку и пригнать ее сюда. На ней мы незаметно перевезем людей в палаццо. Считай, что готово. Ну, обчистите сундуки, в которых находятся доспехи для Эмилио. Затем кладите лодку и пригните. Угодил, блин. Так. Сделаем. А, тут рядом, в принципе, находится, да? Да, блин, это ты красавчик, а прям лезешь, там падаешь. Да, с другой стороны. Еще он Я знаю его. Да, ты заработал, ограбил бедных стражников. Ну, боже, двадцаточка. Неплохо, неплохо. И 30. Вот даже того полтинничка. Одну партию доспехов мы забрали. Нет, как это вместится, как маленький сидочек? Ужасно! Давай домой, беги. Так, ты последняя партия. У меня есть новые работы. Забавный костюм, я его квартал для тебя закрыт. Я тут ни при чем. Пустите. Пожалуй, парочку там. Валим. Ну, эти прыжки получится. Молодец. Да, Франк это толкнул. Боже, сильный человек. Надо бежать за помощью. Так, украсть фотки. Да воплачу! Врачу, точно. Ну, врач, я отрублю тебе голову. Уходи! На умри! Ну, плавать-то не умеет. Тебе не уйти! Да, я тебя уйду. Так, лодочка наша. Где наш катер? Давай. Плывем. Как это она медленная? Поворачивай, ну, газу, газу. И вот прыгнул. Ну, я тут. Что за прикол? Это именно то, что нам нужно. Я сообщу Антонио о том, что ты выполнил задание. Ну давай, беги, Антонио.
сам уже ждет. Антонио, я бегу. Ребята, воришки. Какое мастерство! Спасибо, комплимент. Исцеляю всех божьих тварей. Лекарство купить. Да, осталось только. Только два лекарства. Вот и все. Если что, возвращайся. Ох, обязательно. Обойти эту. Опа, а тут Антонио. А, Эдсо, я надеялся снова увидеть тебя. Мне нужен твой совет. Конечно. Что тебя беспокоит? Эмилио настроил часть моих людей против меня. Взятками и шантажом? Да. И мы не можем действовать, пока не разберемся с предателями. Они где-то здесь. Следят за нами и доносят Эмилио. Недолго им осталось шпионить. Так, надо найти и предателей, и воров, и убить их. Надо. Ого. Откуда мне столько информации там, где бандит находится? Пока ничем один зайдет. Их трое, да? Что-то их не вижу. Да вижу, что. Что-то болит, друг? Ничего не болит, не могу найти этих уродов. Где они попрятались? Ага, вот. Тебе здесь не место, Бифо! Эккола! Да! Убили капитана. Все, пошпионил, да? Да, блядь, стреляли. Он убегает! Держи его! А ты куда убегаешь, а? Ты все от тебя не убежишь. Собираюсь убивать тебя! По минус 75%. Я не буду. Он кажется умирает за него! Нашел его! Нашел меня. Он уходит! Ой, что делать? Он уходит. Мы не можем залезть к нему. Эй! Ты... Сейчас же слезай! Ты за колочки прыгаешь и прыгаешь. Эккола, тебе не уйти! Это мы тоже меня учили, слезаем. Так, идите, петушки. Вот что это, а? Это... Ну, дамы, привет. Хочу! Он там, вперед! Куда это ты собрался? Он Не трогайте меня, пожалуйста! Отдыхайте. Видите? О, нет!
тут опять разыскивают с ним плакат, в котором популярность какая-то знаменитость. Кибрачу, тебе не уйти! Что ты тут делаешь? Слезай! О, блин, поймемся. Про так хочется поскорее выполнить задание. Эдсо что-то не хочет с вами залезать наверх. А Эдсо, что с тобой случилось? А, тебе тут не хочется, ну ладно. Своя охрана смотрите, да? Браво, браво! Так. Ну и вот так с вами. Да не видно. Опять убивай их, это все, блин. Ну, тебе вообще... конец! Когда-нибудь видел? Я готов. 33 тысячи. Вы не поверите, так, насколько низкие у меня цены. Доспехи. Вот прям большой выбор. Наплечники, здоровье. Наверное, возьму металлический наколенник. Заходите еще раз. Доброй ночи. Наемник. Знакомое лицо. Где я? Пусть лучше ведет себя. Не давай им опомниться. Остановитесь! Этот эликсир состоит из гранатового сока. Мои товары даже лучше. Это вот. Погоди. Да помните, я не знаю. Похоже, меня оказаться там чересчур. Да, тут жарко не стало. Пощады, пощады, сеньор. Нас ему не уйти! Там будет ты задолбал, блин. Отпусти его! Там... Эдсо. Поубиваемся быстро. Только в дыму. Черт, он уходит! Я вижу его! Плачу! Вот тварь, а! Ну,
Блять, ничего не получается. Что теперь ты слепой музыкант? Я потратил предпредумовую бомбу, а? Они только метательно ожидают. Бедные бесстрашники. Там что, Эмилия не платит, что ли? Ну, блядь, герой нашел. Так, чисто случайно так прыгнул. Иди, быстрее, ветра! Ты вообще прям прыгаешь. Не у меня есть обычный средств. Входи, пожалуйста. Ты помог нам восстановить силы, Эцио. Мы готовы нанести удар. Просто скажи, что нужно сделать, и я все исполню. Подкрадись сверху, под покровом ночи. Эмилио расставил лучников вокруг дворца. Убей их, но только тихо. Их места займут мои люди. А как же стражники? Когда ты разберешься с лучниками, мы соберемся здесь. И все обсудим. Не сун проблема. Я разберусь с лучниками и вернусь. Значит, решено. In bocca al lupo. Крепи лупо. Так, ну убить лучников. Это вообще никому. За кого ты? Я не хочу оказаться на его месте! Надо уходить, помилуй меня! Стража! Друзья, заходи! У меня лучше! Его неплохой портной, а это не... Доброй ночи! Если ты не пройдешь, мы его поймаем! Прошу. Он похож на наемник. Я знаю. Если ты думаешь, что пройдешь, больше не будешь так делать, а? Я вас хочу поубивать. Приносите больных раненых. Так, тут пусть она находится. Слезай, я с тобой! Вот, подай его! Так, еще осталось 3 лучника. Я буду стрелять! Что такое? Я вижу его! Что такое? Так, еще 2. Проваливай! И чтоб я тебя мог... Хочешь подраться? Стой! Быстрее! Он здесь! Уйди! Он с Антоном поговорит. Давай, Эдсу, ползи. Mm-hmm.
Молодец, Эцио. Все идет по плану. Мои люди уже занимают места лучников. Путь во дворец открыт. Но вокруг дворца все еще ходят стражники Эмилио. Поручи моим людям отвлечь внимание стражи. Сбереги себя для других битв. А когда дело дойдет до штурма, вспомни наши уроки. Сикауту, Эцио. Мы будем ждать вести от тебя. Хорошо, идите. Так, убейте Эмалио Барбарико. Барбарико. Он кажется ужасно знаком. Точно, он здесь, прямой! Я вижу такой. Он уходит! Ну куда, а? Конечно, я отпасу колки. Мало хп. Бей его! Да ёпты, блядь, дети, блядь. Люди. Бей его! Взять его! Ладно, беги, беги. Там у нас цель бед. Нам вот сюда. Такой дворец прям непростой. Твой карточный домик рушится, Эмилио. Глупости, я все исправлю. Этот помер Шем Антонио, его воры. Забудь, тебе нужно опасаться не их, а ассасина. Почему? Разве он в Венеции? Он здесь уже несколько недель. Ты что, ослеп? Я был занят делом. Кто-то должен был поставить оружие нашим братьям во Флоренции. Да. Мы знаем, что это Я знаю его. Это точно. Рано бы это значило. Через 3 дня. Санто-Стефано. Хорошо, я приду. Если останешься жив, советую тебе перебраться в другое место. Во дворце ты мишень для убийц. Настоящая крепость. Как скажешь. До свидания, Эмилио. А вот все дело сделано. Не бойся. Я не боюсь, ассасин. Но мне жаль. Рушится единство. Стабильность. Порядок. За него пришлось дорого заплатить. Прогресс требует жертв. Мне неприятно делать это, но другого выхода нет. Покойся с миром. Попадали. Извини, не удержались. Пойдем, откроем ворота Антонио. Пойдем, пойдем. Дворец захвачен, Эмилио, больше нет! И все это благодаря тебе! Иди, сорви знамена Эмилио! Верни то, что он украл у народа! Скажи, Эцио, как я могу отблагодарить тебя? Деньги мне не помешают. Это легко. Что еще? У Эмилио была встреча с каким-то человеком по имени Карло, чиновником. Ты знаешь его? Карло Гримальди, член Совета 10. Почему ты спрашиваешь о нем? Мне нужно кое с кем встретиться.
Да, что-то прям быстро прошли задание, но прям было долгим, натяжным. Ну что ж, дорогие друзья, на этой мажорной ноте мы закончим. Пока проходит эту серию. С вами был Юра, канал Y1230. Если вам понравилось видео, оцените его лайком, подпиской и пишите комментарии. С вами был Юра. И всем пока!